Итак, ребят, ну что? Сейчас мы посмотрим на матч Нечай против Шерманы. Узнаем, была ли случайность, когда Нечай выиграл креатива, или же нет. Все-таки креатив хорош. Нечай хорош, и он умеет играть и одолеет Шерманов. 2-2. Также, да, у них стата вроде. Или подождите. Вроде 2-2. У обоих по две победы, по два поражения. Ну что, давайте взглянем. Всем привет! Кубок Фиферов, канал Нечай, очередной тур. Мы играем против Шерманов. Это вообще кто? В смысле, блядь? И это, конечно, не очень хорошо. Я снова на футболка Райзен. Да, футболка Райзена. Ха-ха. В промдиване, и чтобы Райзен не так сильно бомбил, что я сижу на диване. Вы понимаете, блядь? Он играет, блядь, на диване. Это не смешно, блядь. Я сижу в его мерче. Единственная футболка, которую я глажу утюгом, но даже она у меня мятая. Глажку я отмел нахуй. Для меня вот Шерман это только рыжий ботаник из американского пирога, который говорил, что он... Я сложнейший секс-робот, отправленный в прошлое, чтобы изменить будущее везучей тёлки. Ну, короче, это хуже креатива. Если я уже не радовался и креативу, то тут Шерману тем более. Из новинок в составе появился Кёртис Джонс. Я не знаю, за какие заслуги. Вы не поймете. Он у меня играет в центре поля. Смис Роу пришлось убирать, потому что у Джонса получше показатели в защите. Короче, Джонс играет. Спасибо большое за это, естественно, моим друзьям, аккаунтам и натренировать FIFA, кстати. Поэтому ссылка внизу в описании. Пора играть с Шерманами. Надежд мало. Надежда умирает последней. А, еще единственное, что я выучил, что Шерман перед голом всегда говорит «Ну!», потом, когда забивает, такой «Да!». А, кстати, да, и есть такое. Отбивает парню своему. Это же голубизна какая. Найс, парню, это брат его. Это? Брату, другу. В общем, не знаю, кто они там. Чуваку с волосами. И это говорит Нечай. Ну и спонсором этого ролика является сайт foodcoin.ru. Удобно, быстро, безопасно, недорого. Купить монеты, заходим, PlayStation выбираем, лямчик себе покупаем и собираем супер сквад, ребята. foodcoin.ru. Ссылочку ты найдешь, конечно же, в описании. Заходите, лучшая в мире платформа для автоматической продажи монет. Запомнили? Заходите. Ссылка в описании. Матч начался. Ой, нет, не начался, паузу нажал. A few moments later. Все, матч начался. Шерминатор владеет мячом. Он пришел из будущего, чтобы как можно больше нагнуть людей в поле. Ну давай, Нечай, верим. Какой год? Че у тебя за вопросы такие тупые? Я, блин, я до сих пор буду только его с Шерминатором ассоциировать. Кто вообще смотрел «Американский пирог»? Он, кстати, да, смотрели. Уже пробует даже при кикофе это делать. Но он нащупывает меня, насколько я мистер выбрасывания. Опа! Ну что, мы по традиции 1-0. Пропускаем в начале матча. Ну, я не знаю, я не удивлен. Зачем-то я нажал отбор, надо было отпустить Жакей, да, Форлан, я все помню, Жакей я не отпустил, из-за этого дал ему пространство, Морес забивает на 5-й минуте матча. Спасибо, я погнал, давай. Смотрите, кик-офф, да, забил? Не, мы не уходим, мы здесь, Нечай, мы болеем, давай. Закик-оффить, я, кстати, никогда вот это кик-оффы не умел, но всегда надо начинать, правильно? Давайте начнем. Он, кстати, подуспокоился сразу же, как забил. Все, ну торопиться некуда, отличный удар Мкети, но вратарчик у него, да, конечно, не креативный. Ну, в смысле, не как у креатива. Я тебе сейчас ебало начищу. Сразу. А я. Кстати, ему вообще по сетке не везло, конечно. Попал на секситер, попал на ежика. Ну, наконец-таки попал вот на Нечая, с которым можно играть. И крутить вот так вот его. Полп, привет. Спасибо, что ты есть. Ну, неплохо. Будет, здесь, я его буду здесь ждать, но нахрен сюда. Я не пущу. Как он этим джойстиком дергает? 2-0. 2-0, да. 16-я минута. Все, сказка закончилась, Нечай. Это закончилось уже. Побыстрее уже октябрь, бы пьяный Фифер начался. Кефир, освободи меня от кубка Фиферов. Все, но я 2 победы сделал. Ты сам предсказывал, что у меня 2-4 будет. И теперь Добби свободен.
Ну, пока обе атаки у Шермана прошли, это прям очень хороший для него показатель. Бля. О, хорош. И тут убегать можно. Хи-хи-хи, моя прошла, любимая. Ух ты, зацепился. Еще. Нормал. Ага. Ого. Ох, какая передача получилась-то. Ого. Ого! А вот и не чай. Есть один горячничек. Я напоминаю, дорогие масоны, я с вами. Закрыл не чаем. Чинг сплэш и все такое. Я слишком увлекся просмотром. По один. Получилось убежать. Наконец-таки атаки перестали быть голевыми у Шермана. И наконец-то мы смогли убежать нашу уже традиционно классическую английскую контратаку. Хорош. Опа! Вау, нифига, у меня еще и защитник пытался отбить, но нет. 3-1, опять кик-оффный гол. Давай вместе, потому что... Все. Пошел я нахуй. Не, ну в целом, конечно, играть-то в целом можно, ё-моё. Ой. Я аж даже не знаю, как это прокомментировать, дорогие друзья. Хоть здесь он меня простит. А, Стерлингу не дал убежать, гад! Давайте побудем Вали Сикситер. Здорово, подписчики. Ай-яй-яй. Ну, он будет ему в треугольник. Эх, а так верилось. Я же вижу, но не успеваю переключиться, но слава богу, Ван Бисак у меня. Давай еще такие же прострелы. Во! И. Так, поторопился. Поторопился, мог сейчас сделать 3-2. Так, уже, кстати, надо как-то что-то сделать. Иначе закончится время. И! Пас! Пожалуйста! Хорош. Пожалуйста, 3-2! Уже интересно. Как раз вот он использовал киков, ну а я использовал последнюю минуту первого тайма. Я напоминаю, 3-2, мы проигрываем, но в целом, опять-таки, хоть какую-то навязываем борьбу Шерману. Фу! Нормал, он еще очень хорошо, опять-таки, атакует. Я постоянно попадаюсь на чуваков, которые, оу, как атакуют. Не, нормал, у него 4 удара, да, и 3 гола, это прям... Слушай, ничего неплохо смотрится. Молчаночки. Прям видно, тренировался. Фоден отдает на Филлипса, тут можно пошире сыграть, мы остановим, не будем торопиться, поддержим мячишечку. Еще пошире давайте его развезем. Фоден побежал, я вижу Рэшфорда. Ага, хорош. Блин, да зачем мне дали Ван Бисаку? Рано еще да. Ого! Я что за паникую тут устроил? Как мне повезло, как я хотел, чтобы мне завезла игра, и мне завезла. И Рэшфорд может побежать. Ага, ой, стеночка прошла. Звуки эти, конечно. А можно обратно? А, офсайд, у кого? Офсайд. У Рэшфорда офсайд? Да. Блин, сучары. Ну, это он видит, но Рэшфорд... Ну, давай, ничай. Ну, нужен камбэк. Ай, блядь, не прошла, какая же ты жуля. Жуля-мажуля, какая же хорошая передачка была на Стерлинга. Еще пасик. А? Ну? И? Блядь, сука! Что? Вот это... Решила всем я заводить, ты все. Вонючая фифа, грязная дюра вонючая. Надеюсь, ничего плохого для Твича не сказал и на всякий случай совместно со всеми стримерами осуждаю. Это дизлайк, нахуй. Как это? Палец вниз, я не знаю, как это по-ютуберски. Капец, ну какой же момент. Причем Бол Роу этот ссаный сделал. Фарлан, не делал бы я сейчас Фарлан. Фарлан, не делал бы я сейчас Бол Роу, все бы было нормально. Блять, решил сделать Бол Роу. Да не, нормально ты сыграл, что ты? Да, пиздец. Просто в штангу въебал в пустые ворота. Серьезно, мне надо было делать one-up на перекладину. Так, а тем временем у нас Рэшфорд бежит. Ой-ой-ой, давай, эх, камбэк, ты. Пожалуйста. Блять, ты охуел что совсем! Что такое? Еще один каркас, еще один каркас, и я тебя уничтожу, сучара. Пиздец. Блин, не получилось мне... Фу, спасибо. Не получилось мне вовремя переключиться на... Бля, так вроде спокойно, да? Такой спокойный ролик, но... Нормально. Счет. Здесь я сейчас тороплюсь, но... И напряжение-то в игре есть. Ай, сука, да, я пустил далеко. Блин, ну я прям подрастроенный уже немножечко. Да подожди, 70-я минута. Продолжаем, 70-я минута всего. Что-то он это, какой-то... схему странную использует. Ну-ка сразу. Еще пас. Да бля, ну сука, ну пожалуйста. Ну 3-3 будет интересно всем. Совесу, сейчас, похуй. Кто смотрит этот матч. Да хуя ломать кайф, блядь. Хули ты делаешь?
Блин, Бисак, ну сука, ты куда это... убежал, брат? Ну, ты почему туда вообще убежал? Ой, блядь, сука. Да, ну сейчас хорошо убежал. Не, Бисак, ну, куда ты убежал? Я не опорника не включил. В общем, все, да. Повалился. Чуть-чуть поверил я в камбэк. Хорошие были моменты. Но походу все. Нечай отправляется в 2-3. Получился хил, ты хил у меня еще. А Шермана, да, в 3-2. Лечение еще, зачем-то я что-то тут... Да. Здесь вау, вот и он что-то делал красивое. Я уже плыву, смотрите, у меня очочки уже надеты плавательные в басике. Все, 4-2 проигрываем, а 2-3 у нас становится счет. Все достаточно заслуженно, Шерман очень хорош. У нас были моменты, мы их не реализовали, все заслуженно. Поэтому поздравляем Шерманов с победой. Нас поздравляем с тем, что все равно хорошо выглядели. Всем спасибо, мы еще увидимся на Кубке Фиферов. Всем масонам, кунфуицам. Да. По глазам, вот глаза никогда не обманывают, ребят. Смотрите в глаза. Глаза говорят правду. Он расстроен. Маниболом, манивеем. И так далее. Все, всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Окей, это была реакция на матч Нечая против Шерманов, ребята. Ну что могу сказать? Нечай нормально играет. Неплохо. Против Шермана такую игру показал. Почти закомбэчил. Передачки с прострелами у него неплохо получается. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!